У домов на улице Татищева газон уже совсем зеленый. Дворники разворошили почти весь снег. Мини-погрузчик убирает его с тротуаров, большой трактор очищает проезды. В микрорайоне Волгарь управляющая компания уже вовсю готовится к месячнику по благоустройству, который в этом году из-за теплой зимы стартует 16 марта. Некоторые сезонные работы, например, покраску пандусов, начали даже раньше, но обещают, на хороший результат это не повлияет. Ну, уже просто пробовали на других адресах, в принципе, она такая, до минус 5 краска. Качество уборки проверила глава Самары Елена Лапушкина и пообщалась с местными жителями. Они говорят, что претензий к управляющей компании нет. Ее сотрудники всегда ответственно подходят к своей работе. Зимой вот снег, а у нас такой чистый асфальт, всегда чистый, честное слово. Нет, нормально. Однако у главы города замечания после объезда остались. Во дворе в глаза бросается невзрачный киоск. Директор управляющей компании говорит, что его установили временно, когда в микрорайоне еще не было других магазинов. Вы следите же сами, насколько этот киоск востребован. Если он востребован, приведите его в порядок. Как отмечает глава города, судить обо всей картине по этим дворам нельзя. В некоторых районах ситуация пока не такая благополучная. А значит, впереди много сезонной работы. В городе уже стартовал ямочный ремонт дорог, идет проливка дождеприемников, особенно в низинных местах в Куйбышевском и Кировском районах, чтобы растаявший снег быстрее уходил с улиц. После этого уже начнется серия традиционных городских субботников, где будут убирать мусор с газонов, белить деревья и готовить Самару к майским праздникам и к летнему сезону. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События.